Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», студія Аніта Рашевська. Коли необхідна жорстка любов, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Є таке поняття, як сузалежність, і є таке поняття, як жорстка любов. Ми твоя сім'я, ми тебе любимо, ми від тебе не відмовляємося, але... Мы не собираемся ни тебя ни спонсировать, ни брать за тебя ответственность, ни оправдывать тебя, ни еще что-либо. Но мы, если ты захочешь, мы тебе поможем. Мы назвали этот проект «Стоп-наркотик», как нетривиально это звучит. Но такое название, мне кажется, оно самое емкое и, в принципе, сразу понятно, на что он направлен. Проводить профилактику в школах – это очень тяжело. В чем тяжело? Нужно обойти много кабинетов для того, чтобы дали разрешение проводить. Мы занимаемся зависимыми людьми, у нас есть центр реабилитации. Байдужість – риса, яка може зіпсувати найкращі сподівання і справи. Не будьте байдужими, як часто ми чуємо ці слова і як рідко відкликаємось на них. Сьогодні, друзі, на вас чекає зустріч з небайдужими людьми, які не проходять мимо чужої болі. Друзья мои, мы снова с вами в музыкальной гостиной музея имени Верещагина. И стены этой музыкальной гостиной встречают разных людей. И знаете, почему в музее? Потому что, в принципе, эти стены, они располагают к созерцательной беседе, на которую мы, в принципе, хотим настроить и вас. Итак, вот перед вами сидят такие замечательные молодые люди, которые готовы поделиться с вами своими мыслями и своим новым проектом, который недавно запущен в Николаеве и который, мы надеемся, принесет свои положительные плоды. Лера, будьте добры. Итак, какой проект запущен в Николаеве? Мы назвали этот проект «Стоп-наркотик», как нетривиально это звучит. Но такое название, мне кажется, оно самое емкое и, в принципе, сразу понятно, на что он направлен. Этот проект, в принципе, он развивается как таковой четкой концепции. Он на данный момент сейчас не имеет, но он имеет четкую цель. Не найти какого-то вершителя судеб наших, которые заведуют наркотрафиком у нас в Николаеве, а наоборот, как бы... сделать так, чтобы не было спроса, собственно говоря, на этот товар, потому что предложение, оно было и есть наркотиков, но я так думаю, что экономику тоже у нас никто не отменял, поэтому если спроса не будет, то, может, и предложения тоже не будет. А вот над этим мы, собственно говоря, и работаем с ребятами. Что такое стоп-наркотик? Ну, стоп-преступность, стоп-бедность, стоп-нищета и стоп-наркотик. Алексей, что это значит, стоп-наркотик? Стоп-наркотик – это значит, что мы усилиями общественной организации прикладываем все усилия для того, чтобы остановить наркоманию. Мы не пытаемся остановить наркоманов или наркоторговлю, а саму причину употребления. Мы занимаемся зависимыми людьми, у нас есть центр реабилитации. Мы постарались создать отличные условия для ребят, которые оказались в трудной, скажем так, ситуации, не могут найти в ней самостоятельно выхода. Стараемся найти пути к тому, чтобы остановить наркоманию в Украине. А вот знаете, есть такая хорошая поговорка: мафию победить невозможно, ее можно только возглавить. Простите за каламбур, но тем не менее, вот само по себе вот это явление, как наркомания, оно, наверное, такое же древнее, как и проституция. Ну, и борьба с ним, вот на протяжении веков борются, но победы не видно. Или есть победа, или все-таки нужно бороться, или не бороться, а что-то нужно другое делать. Ольга, наверное, давайте вы слово молвите, да? Понятно, что наркомания, она всегда была, и скорее всего, что она будет, мы, естественно, полностью не избавимся от этой проблемы. Но все же, та тема, которая будоражит сейчас, это доступность употребления. То есть дети, подростки заказывают через интернет эти наркотики. Доступность... она приводит, конечно, в недоумение, потому что это и низкие цены, и полная анонимность, и, в принципе, это все законно сейчас. Все возможности, да, чтобы
начать это дело. То есть, если человек хочет заказать наркотик, он может спокойно выйти на сайт, да, на любой, который занимается этим, заказать себе, получит нужный товар, как говорится, перевел деньги и все, и пользуйся, Анатолий, так? Это все так легко? Очень без проблем они переводят деньги на счет, и им приходит фотография с местом, где находится наркотик, и человек любой может без проблем забрать это. Очень важна наша задача для того, чтобы поднять общество, как можно больше людям рассказать об этой проблеме. Чтобы, знаете, мы как начнем это, я думаю, не безразличные люди начнут и будут поддерживать, и благодаря этому сайту, благодаря этому выйдут и будут вместе и закрашивать эти сайты, и бороться, и профилактику проводить. И люди будут знать, как бороться с этим. Проект предполагает следующее. То есть на данный момент это публикация материалов на разные темы, но достаточно, то есть в этой области наркомания, но на разные темы. Для чего это делается? Для того, чтобы равнодушное, к сожалению, наше общество николаевское, потому что, почему равнодушное, я извиняюсь, конечно, но я знаю, что таких проектов, их были сотни, и материалов таких тоже написано сотни, и о том, что у нас пишется, расписываются дома, тоже об этом очень много писалось, и другими журналистами освещалась эта тема. Но как, на сегодня как таковой реакции общества нету. Поэтому я для себя взяла, скажем так, более удобный, может быть, вариант донесения информации так, как она есть. Без терминологии, без обвинений ненужных, потому что, в принципе, обвинения никуда ни к чему не приведут. Конечно, у нас материалы тоже не собираются вот так вот. Мы покопались что-то в интернете, нашли, переписали своими словами и выложили. Нет, мы общаемся с людьми. Естественно, среди этих людей и есть правоохранительные органы, эти материалы тоже готовятся. То есть для каждого свой час, свое время. Директора школ будет тоже для этого отдельный материал, потому что все-таки то, что закладывается в школе, точнее, то, что закладывается в детском саду, да, оно рушится в школе. И, в принципе, почему в школе начинают употреблять наркотики? Потому что, ну а чего бы нет? Потому что в школе нам не рассказывают, что нам вот не нужно этого делать. Не рассказывают о последствиях. Допустим, вот в школе, где учится моя дочка, за все время, которое она учится, это шестой год уже, не было ни одной лекции, ни одной встречи с любой общественной организацией, которая занимается, которая выступает против алкоголизма, против курения, против наркотиков. Не было таких воспитательных бесед, как, хотя, ну, вот как, на мое мнение, такие должны быть хотя бы раз в месяц. То есть это разные темы, на которые, собственно говоря, проект рассчитан, они будут освещаться. Я буду писать я, ребята мне помогают и связь держать с другими личностями, которые тоже выступают против наркомании, развития это именно вот в нашем регионе, потому что она у нас в регионе очень, очень развита. Вот. И вот пока вот так вот. Ребята, вот вы представляете наркологический, да, центр «Второе дыхание». Будьте добры, «Второе дыхание». То есть вы помогаете людям обрести второе дыхание, ну, как бы обрести почву под ногами тем, кто ее потерял? Да, вы правы. Название именно это и предполагает, что второе дыхание открывается в тот момент, когда уже нету сил, казалось бы, но какая-то психологическая, эмоциональная помощь приходит вот извне у человека. И открывается второе дыхание, и есть силы. Мы именно это и предполагали. Основной целью, конечно, являются конкретные личности, судьбы. Вот мы говорим о наркомании как о явлении, но нам не надо забывать, что это люди, у которых есть жизнь, такая же, как и у обычных людей. Это и бытовые, ну, полностью вся жизнь. То есть, по сути своей, каждый клиент – это личность, и у него есть семья. Это очень много людей страдают от этого, от его зависимости. Наша цель – просто дать возможность. В принципе, мы это и делаем. Даем возможность людям начать свою жизнь заново. Очень много судеб, очень много жизней сломаны
именно когда человек начинает употреблять наркотики. Это и близкие, это вообще, это скорбь, это боль, это горе. Но как часто человек, который употребляет наркотики, он не хочет признать себя наркоманом, или он говорит, да, я употребляю наркотики, и, в принципе, это мое дело. И вот когда к вам обращаются в центр зависимые, которые уже, ну, подсели, так, как говорят у нас, сели на иглу, то ведь в первую очередь нужно убедить человека в том, что он так и сидит на этой игле, да? Первая задача действительно убедить человека в том, что он зависимый. И идет не один месяц, идет работа с его отрицанием, с отрицанием принятия того, что действительно он болен и ему нужна помощь. И задача специалистов, психологов, психотерапевтов, группы для того, чтобы человек действительно признал, что он болен и пытался сам уже изменить свою жизнь. Благодаря нашей помощи, конечно. Вы знаете, друзья, очень много центров существует разных, которые помогают наркоманам избавиться от наркотиков и избавить близких от вот этой вот беды страшной. Но положительных результатов мало. Почему? Почему, Оля? Ну, во-первых, это хроническое заболевание, чтобы мы не находились в иллюзии, что да, центр помогает, да, люди восстанавливаются, да, люди находят себя. Но есть такой момент еще, некоторые люди срываются, находясь в трезвости какое-то время. Они могут быть в ремиссии, но могут сорваться опять же. Конечно, он может потом опять восстановиться. Вполне возможно, конечно же, долгосрочная, пожизненная ремиссия у зависимого человека. Но ему нужно научиться так жить. Это непросто, и он учится жить и начинает свою дальнейшую жизнь, уже применяя какие-то правила, принципы, определенные рекомендации, он им следует. И вполне возможно, это долгосрочная ремиссия пожизненная. В принципе, по процентному соотношению я не могу сказать, мне сложно сказать процент выздоравливающих. Но действительно, их немного, но это от человека зависит, опять же, потому что... Ну и немало их, которые выздоровели. Ну, конечно, немало, если брать, ну, если их там десятки и сотни тысяч зависимых, и если даже взять, что там, допустим, 5-10 тысяч из сотни, к примеру, выздоравливать, то это, в принципе, уже и хороший результат. Но хотелось бы просто больше этот результат, но, к сожалению, он пока вот такой. Поэтому причины этому – это хроническое заболевание просто, которое проявляет себя неким образом. Еще есть причина такова, что все-таки это семейное заболевание, всегда семейное заболевание. И когда в семье появляется зависимый человек, он определенной своей моделью поведения, он как заражает, можно сказать, своих родных. То есть они получаются участниками его употребления, участники его социальной жизни. Они, ну, зачастую они очень много делают для того, чтобы он употреблял, сами того не ведая. Дают финансы, допустим, на употребление. Они заглаживают его проблемы, они погашают его кредиты, они выкупают из ломбардов его золото, которое он поздавал. Ну, они, бывает, звонят на работу и говорят, что Вася сегодня заболел, там он не придет, к примеру, а он просто находится в употреблении, например, у него абстиненция, он не может выйти. Ну, то есть родители всячески, ну, родители, будь то жены, самые близкие люди, да, которые находятся возле зависимого, они покрывают его употребление, можно сказать, и тем самым они его продолжают. Соответственно, когда человек из этой среды, он изымается, то есть, допустим, он попадает на реабилитационный центр, но в его семье все равно проблема остается, а они психологически, вот они эмоционально все равно еще не свободны от его употребления, они все равно продолжают, ну, как своим вот поведением сформировавшимся, они же там не меняются, допустим, человек, попадая на центр, он там как-то меняется, меняет свою модель поведения, но родственники опять остаются в тех же страхах,
вот в той же неуверенности, они боятся, что он сейчас опять вернется, будет употреблять. И это мышление, оно формирует их поведение. И когда зависимый человек опять со своей семьей, он возвращается, да, к семью, продолжается та же модель поведения, они также там продолжают его контролировать, и они способствуют срыву. И очень большой процент срывов именно из-за семьи происходит, к сожалению, так, да. Есть такое понятие, как созависимость, и есть такое понятие, как жесткая любовь. Созависимость – это вот модель поведения, сформировавшаяся, ну, она, можно сказать, как, вот, как болезнь, одна из, да, вот таких отклонений небольших, что она формируется, насколько растет зависимость, настолько растет созависимость. И та любовь, которая спасает, как вы говорите, это роль деструктивная в семье, роль спасателя, потому что человек не может никого спасти. И спасая его, он берет ответственность на себя за его чувства, за его поступки, за его действия. Он перекладывает ответственность на себя и тем самым снимает ответственность другого человека, зависимого. И зависимый тогда становится свободным от ответственности, потому что он привыкает к тому, что за него решают проблемы, он привыкает к тому, что его кормят, он живет, так скажем, на халяву. Ну вот, ну, то есть он не погружен вот в те заботы обычные, которые человеку свойственны. Допустим, взрослый мужчина, которому там 25-30 лет, к примеру, да, он не работает, он привык, он приходит домой, мама накормит, там, выбит деньги из мамы, там, ну дай, пожалуйста, мне плохо. Мама из жалости ему даст, что ему же плохо, бедному, несчастному. Он пойдет на эти деньги, купит дозу очередную, но на него никак это не повлияет абсолютно. То есть он с течением времени в таком режиме живя, он привыкает, он становится как вот паразитом, можно так назвать, паразитирующее вот существо, которое прицепилось к родственнику и вытягивает из него. И родственник, если он, так скажем, вот эта любовь вот такая, да, которая спасает, которая всему верит, она становится именно вот этим соединяющим веществом от паразита к носителю этого паразита, и все, и он вытягивает из него все вот эти соки, финансы, силы и так далее, энергию. А как этому противостоять? То есть не давать вот именно вот жесткая любовь, понятие жесткой любви, оно именно в том и заключается, что ты любишь, но ты поступаешь не просто там из жалости или там просто потому, что у тебя нет сил бороться там или еще из каких-то причин, а ты поступаешь так, как нужно поступать. Вот это правильная любовь, которая жесткая и которая не дает человеку вытягивать и продолжать свое употребление за счет тебя. То есть ты говоришь, я от тебя не отказываюсь. Ну, то есть это понятно, да, что как мама может бросить своего ребенка. Позиция матери должна быть такова: я от тебя не отказываюсь. Мы тебя любим, да, мы твоя семья, мы тебя любим, мы от тебя не отказываемся, но мы не собираемся ни тебя ни спонсировать, ни брать за тебя ответственность, ни оправдывать тебя, ни еще что-либо. Но мы, если ты захочешь, мы тебе поможем. То есть мы, допустим, можем отправить тебя на лечение, если ты попросишь. Мы можем там как-то тебя поддержать вот, в трудные моменты, но твое употребление продолжать вместе с тобой мы не будем. И вот такая жесткая позиция, она должна быть до тех пор, пока человек не встанет на стойкий путь именно. То есть это уже после реабилитационного центра, в стойкую ремиссию. Раньше считалось, что наркоманы – это в основном люди из бедных семей, из семей, где есть проблемы. Но сегодня мы видим совсем другую картину. И человек, который начинает употреблять наркотики, он может быть и из очень богатой семьи, и из очень состоятельной семьи, и из очень благополучной семьи. Почему? Ну, скорее всего, сейчас действительно, знаете, очень много наркотика и все, потому что он охватил всех людей. И бедных, и богатых, и нет разницы, бедный ты, богатый. Но есть еще фактор семейный. Например, вот то, что вы говорите, что из бедных семей, да, вот на самом деле такой нету классификации, никогда не было. Есть такой момент, что из деструктивных семей люди попадают в употребление. То есть это изначально модель зависимого поведения человека, потому что это проблема изначально мышления для начала. Потом уже он начинает
по факту употреблять что-то, будь то там алкоголь или наркотики, или игромания, я классифицирую это как зависимость просто. И изначально человек, ребенок, который растет в деструктивной семье, это, ну, самый главный фактор деструктивной семьи, определение, это вот когда неполная семья, это, ну, и сейчас в основном так оно есть, семьи, с которыми мы работаем, они в основном неполные, то есть мама растила одна сына. Это либо неполная семья, либо если в семье один из родителей зависимый человек, и это на 50% увеличивает риск того, что ребенок вырастет зависимым. То есть если у него папа алкоголик, допустим, и они развелись, когда ребенок был маленький, к примеру, он 5 лет ему было, ребенку, там он папа пил, а потом в 5 лет у них еще и развод. Ну, то есть риск у такого ребенка, что он станет зависимым, очень велик. И изначально оттуда начинается вот эта деструкция. И потом уже человек, попадая в неблагополучную семью, так как мама, если одна, то она работает, и, скорее всего, это перелюбила и недостаток контроля. И сейчас ребенок попадает в среду уже в социальную, там, где вот эта доступность, там, где круг общения, там он начинает, там, ну, все начинается обычно с сигарет, потом переходит в так называемую марихуану, и уже больше и больше количество наркотиков попадает в его жизнь, и уже он доходит до хронической стадии со временем. Вы знаете, мне бы очень хотелось с помощью проекта все-таки добиться того, чтобы в наших школьных учреждениях проводились воспитательные публичные лекции не о вреде наркотиков, вот как бы это и так все знают о вреде наркотиков, а вот, может быть, они могут быть специфическими, достаточно откровенными, достаточно кричащими, но и достаточно отвратительными от наркотиков, чтобы дети любого возраста просто этого тупо боялись. Вот просто этого боялись и все, потому что, ну, я просто вспоминаю себя, я такое проходила. И один из фильмов, который мне показывали в школе, мы ходили в кинотеатры, помню, вот, он запомнился мне до сих пор. То есть это достаточно неприятное зрелище, но как оно может быть приятным? То есть без всяких там лишних вуалей красивых все это было снято и показано нам, и он мне очень сильно запомнился. Вот, и, ну, как бы, моя цель... Вот, наглядная агитация. Молодежь, да, да, это все-таки молодежь, да. Но молодежь без взрослых не может быть. То есть, если общественность останется глуха, вот, то и заставить ее подняться, потому что поговорить с директором школы, допустим, можно поговорить с директором школы, да, вот, один на один, даст ли это какой-нибудь результат, но я не думаю, что это даст какой-то результат, но, может быть, не у нас в городе, допустим, да, это нужно обращаться в определенные органы, вот, а для этого общественность нам нужна. Я хочу сказать, что если мы всем городом, вот общественностью не объединимся вокруг этой проблемы, то лет через 20 у нас просто не будет будущего, потому что практически все молодые люди, которые сегодня молодые, кто доживет, скажем так, ну, будет очень много зависимых. Они будут управлять этим городом, этой страною. Наше будущее сегодня в наших руках. И нам необходимо именно сейчас брать под контроль вот это вот стихийное такое явление. И мы сегодня можем все изменить. Нельзя терять время. Есть поверхностные такие вещи, как закрашивание надписей там, в городе, еще какие-то там профилактика. Это все замечательно, да, я согласна. Все это классно, все это полезно, можно, да, так сказать. Но есть корень проблемы, что если в законодательстве не изменится ничего, то есть это такие моменты, как продажа там катарпина того же в аптеках или там вот эти курительные смеси. Вот если власть, именно и исполнительная власть, и законодательная власть, если она ничего не начнет делать, то ничего не
изменится. Я бы хотела, чтобы мы и общество, мы взбудоражили эту тему так, чтобы это дошло до законодательной и исполнительной власти. Мы готовы им помогать в этом, готовы участвовать во всех их проектах полностью. Мы открыты для властей, поэтому предлагаем им также свою помощь и свое участие. Знаете, вот даже проводить профилактику в школах, это очень тяжело. В чем тяжело? Нужно обойти много кабинетов для того, чтобы дали разрешение проводить. Очень много бумажек. Переключают на одного специалиста, на второго. И благодаря, я думаю, этому проекту общество и родители начнут просить учителей и просить директоров, чтобы объединились и давали возможность проводить эту информацию. Потому что это очень важно с самого детства начинать. Чтобы общество нам помогло в этом. Наши герои звертаються до усіх. Не будьте байдужими, адже наше щасливе життя взаємопов'язане з нашими вчинками. Я, Ніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.